Детское радио представляет. И изобретения, и открытия в мире науки. Важные события вам расскажем просто об очень сложном. С Крутилкиным, Вертелкиным все возможно. С нами ты не будешь зевать от скуки. В эфире ну и ну, новости науки. С нами ты не будешь зевать от скуки. В эфире ну и ну, новости науки. Ну и ну, новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Со мной и со мной. Привет, Крутилкин! Привет, Вертелкин! Ты что это из нашей лаборатории сделал? Окна зачем-то сделал маленькими и круглыми, столы все передвинул. Ой, они что, теперь к полу привинчены? Да, Крутилкин, окна иллюминаторы, столы закрепил, чтобы при шторме не упали. Теперь тут не лаборатория, а кубрик. Какой шторм, Вертелкин? Что за кубик? Да не кубик, а кубрик. Так моряки называют жилое помещение на корабле. Мы с тобой где? Дома. Ну, значит, в кубрике. Да, только мы не на корабле, Вертелкин. Вон, в иллюмина... Ну, то есть, в окно выгляни. Моря там точно нет. Ничего ты, Крутилкин, не понимаешь. Я к путешествию готовлюсь. К научному. Пошли бакланить. Чего пошли делать? Эх ты, Крутилкин, бакланить по-морскому. Значит, это принимать пищу не по расписанию. Завтрак уже был, а обед еще не наступил. Так что пора бакланить. Давай-ка возьмем по бургеру, сядем на банку и съедим. На банку? Трехлитровую? Из-под огурцов? Зачем, Вертелкин? На банку, то есть на скамейку. Эх, не знаешь ты морской язык, Крутилкин. Да, не знаю. И не понимаю, куда и на чем ты собрался отправиться в плавание. Хе, на судне «Пионер-М». Капитаном? Нет, исследователем. А капитан этому судну не нужен. Оно и без капитана ходить может. Корабль? У него же ног нет, Вертелкин. Как это он ходить будет? Да еще без капитана. А вот так. О судах говорят, что они не плавают, а ходят. Это раз. А капитан, этому судну даже команда не нужна. За всем на корабле следят всякие приборы умные. Они и подсказывают пионеру М, ну, куда плыть. То есть идти. И работать такой корабль может без людей целых 5 дней. Это что за чудо такое? Это чудо? Первое судно в России без экипажа. Поэтому и «Пионер» первый, а «М» морской. И кто же такой корабль придумал? Какой-нибудь старый морской волк в тельняшке с повязкой и вот это «Тысяча чертей». По местам стоять, с якоря сниматься, отдать швартовы, разрази меня гром! Вертелкин, это кто гудит? Что отдать? Это по космической связи к нам подключилось судно «Пионер-М». Привет, Крутилкин! Привет, Вертелкин! Я безэкипажный корабль «Пионер-М». А швартовы — это канат такие. Отдать швартовы — значит отвязать судно от причала. Усвоили? Теперь понял. И кто же такой корабль придумал? Студенты! Из разных городов нашей страны. Санкт-Петербурга, Калининграда, Архангельска, Нижнего Новгорода, Казани и Владивостока. В Петербурге это судно построили и спустили на воду. Сейчас питерские инженеры все доделывают, и я отправляюсь в Севастополь, в Крым, и буду ходить по Азовскому и Черному морям. А ученые и студенты из Севастопольского государственного университета будут всякие исследования научные проводить, море изучать. И я с ними. Пионер М, это, Крутилкин, настоящий научный прорыв. А как вы знаете, куда плыть? Ну, то есть и идти. А у меня специальный компьютер есть на борту. Он мне все и подсказывает. Иду я со скоростью 10 узлов, то есть 18,5 километров в час. Как-то медленно. Так я же научное судно, не какое-нибудь там гоночное. Сам себе я капитан, да! По морям и по волнам. Мне не страшен ураган. Обожаю! Нынче здесь
а завтра там. Иду за мили и миля. Семь футов мне под килем. Иду за мили и миля. Семь футов мне под килем. Семь чего? Семь футов под килем. Это мне пожелание такое морское, чтобы все удачно складывалось. Эх, завидую я тебе, Вертелкин. Выйдешь на палубу, а там море, чайки. Ой, красота! Ну, время до первого похода еще есть. Пошли побакланим. Что там у тебя припасено? Бутерброды с барабулькой. С черноморской? Ну, конечно. Годится. С нами ты не будешь зевать от скуки. В эфире ну и ну, новости науки. Ну и ну, новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Программа создана в рамках информационной поддержки национального проекта «Наука и университеты» и «Года науки и технологий». Подробнее о мероприятиях года читайте на сайте годнауки.рф.